В день космонавтики в Холмске открыли современный скейт-парк. Он расположен недалеко от плавательного бассейна. Строительство объекта в прошлом году выбрали горожане в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. За проект благоустройства проголосовали несколько тысяч человек. В парке, который появился благодаря местным активистам, установлен бюст Юрия Гагарина. Изображение первого космонавта нашли на территории бывшего детского лагеря в селе Пионеры. Скульптуру привели в порядок и украсили ей объект. Впервые идея создания здесь новой общественной территории, а именно скейт-парка, родилась у молодежного общественного совета. Они несколько лет занимались проектом, обращались в администрацию. Мы искали деньги, финансирование. И потом потребовалось в рамках инициативного бюджетирования проголосовать за строительство данной территории. 5000 холмчан к этому присоединились. В парке обустроена специализированная скейт-площадка с горками, разгонками, рампами и другим оборудованием. Также там установлены уличные спортивные тренажеры, зона отдыха и сцена.